А вы знаете, что в Канаде существуют памперсы для европейцев, для представителей Африки, да еще для представителей Азии и где это еще там? Да, и этих мулатов. Вот так вот. Просто если вы наклеите другую картинку, ее не купят. Поэтому памперсы-то одинаковые, а вот картинки разные. Ну, это так, из разряда шутки, естественно. Вот. У нас, например, мне кажется, в Украине, в России памперсы, ну, с этим вот, с девочкой-азиатом, то как бы... Мальчик. А, это мальчик. Не знаю. С это вот, с девочкой из Африки тоже, наверное, вот... Ну, прикольно, я вижу такие памперсы первый раз в жизни. Ну, реально прикольно. Так необычно, просто необычно. Вот.